свідоцтва з приводу податкової кампанії «Голобородько». Докладніше у сюжеті Яни Клименко. Голобородько призывает всех работать легально и честно платить налоги. Но, похоже, не все разделяют мнение Василь Петровича. Приехали! Ага. Сколько с меня? 90 гривнев. Хо. Слушай, у меня сдачи нет. Да можно без сдачи. А чек мне дадите? Слушай, Дося, ну какой чек? Чек это у официалов. Так как бы выходит нелегально. Папа! Папа! Не надо так громко. Что ты орёшь? Чего я ору? Ну? Ты считаешь, это нормально, что ты таксуешь без лицензии? А что, я дурак? Лицензия денег стоит. Плюс, если я буду работать официально, мне пенсию режут. Ферштейн? Я-то Ферштейн. А ты Ферштейн, что ты работаешь нелегально и налоги не платишь? Конечно, не плачу. Смысл платить, если их разворуют? Кто, по-твоему, я разворовываю? Да куда тебе? Найдутся умельцы. Что ты ко мне прицепился? Тебе заняться нечем? Мне нечем. Благодаря тебе и таким, как ты. Вы же не платите налоги, казна пустая. Я что, самый рыжий? Что ты Светке ничего не говоришь? Будет, за что и ей скажу. А что мне говорить? За меня налоги Укрзалезница платит. Да при чем тут Залезница? Можно подумать, что никто не знает, что у тебя с любовником левый вагон ресторан. Папа. Сделали из меня врага народа. Ты прикинь, сколько она зарабатывает и сколько недоплачивает. 100 000 будет только на мамином коньяке. Петя! Каждый день в поликлинику по 10 бутылок заносит. Вот и считай, прикидывай. Петя. Что Петя? Можно подумать, ты не знал. Или ты не знал? Я люблю свою страну, люблю свою жену, люблю свою собаку. Я всего на свете член, почти что супермен, но редко лезу в драку. Знает весь двор мой приговор, слуга народа. У меня почти все есть, достоинство и честь, и даже крики «Браво!». Персональный самолет мне выделил народ, а что, имею право на животу? Вот тут набью тату, слуга народа. Старший лейтенант Ландек, ваши документы, пожалуйста. Командир, я что-то нарушил. Давайте посмотрим документы, потом решим, нарушили, не нарушили. И лицензию на такси, пожалуйста. Лицензию? Чего это вдруг? По городу объявлен план перехвата «Невод». Проверяем все такси. Командир, ты, может, меня не узнал? Это в том-то и дело, что узнал, Петр Васильевич. Так, может, сделаешь исключение? Исключение? А? Исключительно вас президент приказал проверять с особой строгостью. Так что будьте добры, лицензию. Вася. Василий Петрович! В конце концов, что происходит? Вам что, больше заняться нечем? Якоть! Что вы со мной все время ходите? Это какой-то кошмар. Если мне и нужна охрана, Марина, то только от вас. Хватит за мной ходить. Поняли? Я поняла. Точно поняли? Замечательно. Всего доброго. Перестаньте плакать. Платочек возьмите, вытрите. Вы можете считать, что это президентский указ. Хватит плакать. Хорошо, что я могу сделать для вас? Поговорите с ним, пожалуйста. Просто
Поговорите. Хорошо, я поговорю. Спасибо. Девушки, мне нужно фотографировать, пожалуйста. Маленький. Поможем. Девушки, ну, серьезно, можно не фотографировать? Просто президент общается с народом. Спасибо. Я вам говорю, пожалуйста. Да. Вот женщина молодец, вот не фотографирует. Женщина, я же только вас похвалил, зачем фотографировать? Спасибо, Василий Петрович. Ольга Юрьевна, вызывали? Да? Садитесь. Слушаю вас. Дмитрий Васильевич, да. Мне нужно с вами серьезно поговорить. Вы улыбаетесь, но мне кажется, разговор наш будет не очень приятным. Учитывая сложившуюся ситуацию, у меня просто нет другого выхода. Дмитрий Васильевич, я вынужден... Ольга Юрьевна, дико извиняюсь. Одна секунда, пожалуйста. Одна. Я же тебя просил, сделай игру потише, пожалуйста. Пап, знаешь что? То потише, то погромче, тебя не поймешь. Не ругайся, ребенок. Горлышко не болит? Нет. Очень хорошо. Все, папа скоро вернется. Извините, дочка приболела, оставить не с кем. А может, вы съездите к врачу, а мы потом поговорим? Да все нормально, мы были у врача. Вы знаете, я лучше любого врача лечу. Извините, да. Я хотела вам сказать, Дмитрий Васильевич, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Пап, как включить эту игру? Алиса, как тебе не стыдно? Ольга Юрьевна, извините. Ничего. Вот так вот, господи. А такая взрослая и такая не самостоятельная. Ничего. Ой. Извините. А Димке вашему сколько? Димке 10. 10? Угу. Так нам вот 10. Да? Да? Ровесники. А вы говорили, Димка ходит в театральную студию. Я думаю, может, Алису туда отдать? Ну, да. Студия хорошая штука. У нас была проблемная R. Вот сейчас потихоньку исправляем. Да, у вас проблемная R, а у нас свистящая ША. У кого? Неважно, сынок. Я тебе потом объясню. Иди. Извините. Знаете, она такая замкнутая у меня. Я не знаю, что делать. Ну, что вы хотите? Ребенок без матери растет. А что с ее мамой? Нету мамы. Простите, пожалуйста, я не знала, правда. Нет, мама жива. Нет, это я образно, нет. Она жива, слава богу. Ну, там проблема с этим делом. В общем, это длинная история. Да. О чем вы хотели поговорить? Я... Да, в принципе... Как у нас дела на валютной бирже? Стабилизировались? Да. Прекрасно. Ну, что ж, хорошо. Можете идти. Да, это все, что я хотела узнать. Хорошего вам дня. Спасибо. Алисе привет. Спасибо. Пап! Да? А почему ты сказал, что я болею? А ты что, здорова? Ну да. Ну, отлично. Алло, да. Почему забрал? Соскучился, вот и забрал. Я могу ребенка раз в полгода увидеть? Какой дельфинарий? Какой? У меня совещание через 2 часа. Все, давай, пока, давай. Что ты говорил про театральную студию? Не волнуйся, никто тебя ни в какую студию не отдает. Все хорошо? А я хочу. А, ты хочешь? Да. Ну, тогда мама тебя как-нибудь отведет. Пока. Хорошо, давай. То есть как не приедут? Отказались. Говорят, заняты. Все? Все. Михаил Иванович, за всю историю еще ни один депутат не приехал. Депутатская неприкосновенность, государственные дела. Ясно. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, съезжу-ка я. Проведаю слуг народа. Сергей Леонидович, я тут полистал вашу прошлогоднюю декларацию. В графе «Недвижимость» вы указали квартиру на Троещине общей площадью 42 квадратных метра. Все верно. И вы проживаете в квартире с женой и 2 детьми. Ютимся. Так сказать, спартанские условия. Но в тесноте, не в обиде. А почему же вы тогда не проживаете в прекрасном 3-этажном доме в Кончезаспе? Я так скажу, в моем возрасте уже неприлично
жить с родителями. Дом принадлежит маме. Маме? Маме. Интересно, а зачем вашей маме агрохолдинг? Мама выросла в деревне. С детства, видите ли, любит копаться в земле. Угу. Огурчики, помидорчики. А ликероводочный завод? Потому что мама любит... Нет, что вы. Это собственность брата. Брата? Да. А у вас, значит, кроме автомобиля ВАЗ-2107 94 года выпуска, ничего нет? Я веду аскетичную жизнь. Я все отдаю на благотворительность. То есть банк Омега тоже, конечно, не ваш? Нет, это банк жены. Чисто из любопытства, как 20-летняя девушка без высшего образования управляет целым банком? Самородок. Финансовый гений. Но откуда стартовый капитал? Почему вы меня спрашиваете? А вы не в курсе? Ну, знаете, у нас такое правило в семье. Я не лезу в ее дела. Ну, допустим. Но молочный комбинат, это же ваше? Нет, конечно. Но вы сами подумайте. Если бы я владел бизнесом, как бы я мог работать на госслужбе? А теперь извините, меня ждет спикер. Спасибо, что напомнили. К спикеру у нас тоже есть вопросы. Ви з приводу яхти? Це мені, це не моя. Це брата. В мене взагалі, знаєте, морська хвороба. І поэтому ви купили частний самоліт. Доброе утро, Белла Рудовна. Доброе утро, Василь Петрович. Кофе? Нет, спасибо. Тогда ваше расписание на сегодня? Да. В 12.00 вы открываете памятник в парке Шевченко. В 13.00 выступаете в Киево-Могилянской академии. В 14.00 вручаете награды юным бандуристам. И с 15.00 до конца дня встреча с представителем малого и среднего бизнеса. Вась, ты занят? Привет. Это вопрос риторический. Я понял. Я быстро. Давай. В общем, допрашивал я тут наш политический бумонт. А, ну и что? Все бедные, как церковные мыши. Понятно. И я не я, и хата не моя. Во-во. Что ты предлагаешь? Ну, не знаю. Можно, конечно, взять в оборот всех, на кого записано их имущество. Мамы, бабушки, жены, братья, собачки, хомячки, всех. Но стрёмно, Вась. Я ж не могу сам такие решения принимать. Да. А ты понимаешь, что после этого начнется? Что? Будет вендетта. Вот в мое время было вендетта. Мы ломали челюсти, крышили из пулеметов, закатывали врагов в асфальт, скармливали пираньям. Господин Аль Капоне, я знаю, кто вы. Я историк. Я знаю все о ваших подвигах. Так вот об этом и речь. Ты представляешь, как мне было обидно? Я король преступного мира, бутлегер. Я убивал, держал бордели, казино, наркопритоны. Но власть США не смогла простить мне неуплату налогов. Ты только вдумайся. При моем послужном списке я попался за сокрытие каких-то копеек. Я предлагал, давайте я заплачу штраф. Да я мог заплатить миллион таких штрафов. Миллион. А что они? Они впаяли мне 22 года. По-моему, 11. Старик, ты в Алькатрасе был? Нет. А там год за два. Ну, наверное. Да не наверное, а точно. Тут к гадалке не ходи, Вась. Будет бойня. Вась, так что? Ну, а чё, Мих? Американцы не побоялись самого Аль Капона. Посадили его за неуплату налогов. Неужели мы с тобой будем переживать из-за каких-то там Юрия Ивановичей? С их мамами, женами, даже хомячками. Если мы боимся, не надо было даже начинать. Прессовать так прессовать. Ладно. Вот что это за закон? На пяти страницах это вот закон? Ты просто скажи, что тебе надо. Права голосовать, как я считаю нужным. Оза, здесь камер нет, не надо вот эти выступления. Тоже посмотри на себя, довел себя до пьянства. Миша, это ты хоть успокоился. По телефону постоянно разговаривать вместо того, чтобы голосовать. Чтобы нормально голосовать за людей. Виталик, объясни мне, какого хрена ты не голосовал сегодня? Юрий Иванович, я и моя фракция, мы не будем голосовать за антинародный закон. Ты скажи просто, Сереж, брейк. Вообще, кто спрашивает тебя, а тем более твою фракцию? Ваше дело ручонки подымать. В стране налоговая компания, а вы
Вы предлагаете налоговые льготы целому ряду предприятий. Это лоббизм. Какой и лоббизм не пройдет. Ты скажи просто, что тебе надо. Цитатник прикрой. Юрий Иванович, вы читали вот этот вот закон? А зачем его читать? Это прекрасный закон. А мне не нравится. Я 4 года назад принял присягу депутата. И я поклялся диете в интересах співвітчизників. Ну а ми що, не співвітчизники? Тихо, Сереж, брек. Так, если так будет дальше продолжаться, мы выходим из коалиции. Ой, только не надо нас пугать. Ну, Тарас, давай. Вообще, какая муха его укусила? Кто мне может объяснить? Да тут и так все понятно. Вы читали список предприятий, попадающих под льготы? Да, мы читали этот список. Я его наизусть знаю. Но ты не пой, ты говори по сути это. Там нет мясокомбинатов. Спасибо. Поэтому наш колбасный король и расстроился. Понятно теперь? Блин. Ну, можно же было сказать. Чего этот цирк устраивать? Клоун же, ну. Виталичек, роднуля, ну куда ты убежал? Вышло недоразумение. Это у тебя старая редакция. В новой редакции закона в список предприятий попадают и мясокомбинаты. Не надо наглеть. Заправки не попадают. Только мясокомбинаты. Это очень важный и правильный закон. Я и моя фракция, мы всегда говорили об этом. А почему вы изначально за него не проголосовали? Потому что изначально законопроект был немножко сыроват. Мы исправили недочеты и, как говорится, обеими руками за. Извините, до свидания. Виталий Васильевич, у меня вопрос. Погодите. 7 пятниц на неделю. Только что лидер фракции «Родина» заявил, что они все-таки поддержат закон о налоговых льготах. Но что будет завтра? Ну что ты стоишь, Паша? Ну бери щетку, чисть, давай одежду, что ты стоишь? Вера, бери сама и чисть этот хлам! А ты жрать пойдешь готовить, да? Нет, нет, мы будем чистить этот хлам, да его выбросить давно пора! Заработаешь и выбросишь, Паша, пошел ты в жопу! Павел Семенович. Мозгов нет, а никуда. Да. Чешешь? Здравствуйте. Роман Голубев, журналист. Я пишу книгу о нашем президенте. Отдельная глава «Воспоминания лучших друзей» Василий Петрович. Он сказал, вы один из них. Но... Все, один. Единственный? Да. Вы не против, если я буду записывать на диктофон? Что, здесь? Можем здесь. Можем в гараже. Можем пойти в дом. Другие варианты есть? Есть. Скорик, ну вы ругаетесь по 3 раза в день. Мне что, каждый раз вас мирить? Я тебя прошу, я застрелю. Вань, ну ты странный какой-то. Я тебе серьезно. Ну серьезно, ну как я могу повлиять на твою жену? Разбирайся, пожалуйста, сам со своими личными проблемами. Какие да, все, пожалуйста, наши ну все. Да, Вася, я застрелю. Так, Скорик! Не звони мне больше. Все, пока. Вася, значит так, это правительственная связь. Я предупреждаю, если ты еще раз сюда позвонишь, я тебя и твою жену убью, сожгу и съем. Василий Петрович, с вами все в порядке? А, простите, Белла Рудольфовна. Бывает. Да, извините. Ничего. Да. Тебе что нужно? Ничего. Можно я у тебя просто посижу немножко? В смысле? Ты видишь, что происходит? Бухать меньше надо. Причем здесь бухать? Что случилось? Оксана, что случилось? Мозг мне весь с утра выело. У вас у всех сегодня проблемы с женщиной? Да была бы та женщина. Это Оксана. Так, Серега, послушай. Василий Петрович, уже 11:30. Голосеевский тянется. За полчаса вы можете не доехать до парка Шевченко. Хорошо, Павел Рудольф, спасибо. Собираюсь, выбегаю. Так, Серег, ты прости, пожалуйста. Сумасшедший дом. Беги, беги, Вася. Я у тебя посижу еще полчасика. Вон, чай попью, телек посмотрю. Конечно. Встаем. Куда? Работать пора, бабочка. Я здесь поработаю. Гарбайтон, давай, пожалуйста. Пожалуйста, нет, Вася. Нет времени, вперед. Вася, давай, я давай, вперед, без разговоров. Вася, я ее убью. Сереж. Нет, я ее лучше сожгу, она на ведьму похожа. Сереж, успокойся. А лучше я ее задушу. Она делает из тебя дипломат. Какой дипломат? Профессионального человека. Все время следит за мной. Ты просто улыбайся. Ну, прям так все время. Где она? Сергей Викторович. Вот. Здравствуйте, извините, что прерываю вашу беседу. Ничего страшного, все нормально. Работайте. Счастливо. Так. Значит,
15.00 у нас коктейль-фуршет с делегацией из Португалии. Встреча посвящена вопросам иммиграции граждан Украины. Давайте повторим правила этикета. Давайте. Да, Белла Рудольфовна. Конечно же, может. Когда? Вечером? Да вообще без проблем. Спасибо. Так, Толик. Толик, давай быстро. Ну что ты смотришь на меня? Он приедет. Поговорить с тобой, президент. Давай, вставай. Будем собираться. Иди прими душ, побрейся. Ну давай, ну что ты? Давай. Ну что ты стоишь? Ну давай быстрее, умоляю. А я говорю, Вася, ты посмотри, как на тебя географичка смотрит. Чё ты сидишь, взял её быстренько в спортзал на маты, пусть она тебе покажет эти левое и правое полушарие. Ну, показала? Нет, директриса пришла, устроила педсовет. Замужняя? Директриса, да! Географичка. А, нет, нет. Да. Есть еще история. Полно. А ты записываешь? Он записывает, а я запоминаю. А я обновлю. Рекламная пауза. Толик, у меня нет никаких претензий лично к тебе. Мне просто не нужна охрана. Я знаю, что ты скажешь. Так нельзя, так опасно. Знаешь, однажды Махатма Ганди сказал, если мне суждено умереть от руки безумца, то я умру с улыбкой на устах. И не нужно со мной спорить. Толик, я тебе слово, ты мне 10. Это решено, это моя позиция. Никаких «но». Никаких «но». Кого мне бояться? Это мой народ, я его люблю. У нас вообще золотые люди. Мы делаем новшества в налоговой системе. Многие люди пострадали, ничего. Относятся абсолютно с пониманием. Понимаю, что это время. Кого мне бояться? Посмотри, смотри, я спокоен, смотри, могу гулять, смотри. И никто меня не трогает, никого я не нужен. Так что охрана мне, Толик, не нужна. А ты человек профессиональный, обязательно найдешь себе хорошую работу. Подвести вас? Нет, спасибо. А парни меня домчат с ведерком. Удачи, Толик. Как с ума посходить. Пока с троещины до ЖД доехал, 10 раз остался. Ребят, добрый вечер. А на дарницу сколько стоит? Опа. А для вас бесплатно, господин президент. Да ну ладно. Бесплатно мне не надо, что вы. Ребят. А кому это памятник? Толик, стой! Толик, гони! Не, ну если ты настаиваешь, хорошо, ты принят на работу. И водителем на полставки. Я музыку включу. Ты задекларуй майно, як ти золото хрешталь. Знаю всі уже давно, хто не платить, той москаль. Что за люди у нас, а? Я же сказал, что угодно, только не эта идея. Выбрали именно это. И что все назло дело. Или тебе нравится? Лучше молчи.